Здравствуйте все. Так, очередное мое видео, очередной позор, все еще разговаривать будет трудно, но я все-таки сделаю новое видео, тем более что обещала. И я начну это видео, конечно же, во-первых, с нашего самого главного. И поскольку сегодня у нас 8 марта, это означает, что в России он уже кончился, этот праздник. Но я с опозданием в один день хочу поздравить всех женщин, пожелать вам здоровья, крепкого плеча рядом и сил преодолеть все невзгоды, которые могут случиться у вас на пути. Так, я начну вот с этой брошки. Очаровательное сердце попалось мне на eBay. Я его очень рада была купить. Это, конечно, аукцион. Этот продавец одновременно продавал еще очень много всего интересного. Но все не купишь. Я очень рада, что мне досталась эта брошь. И она, конечно, маркирована. Давайте покажу ее поближе. Ее немного 3D конструкция, то есть веточки с цветами наложены друг на друга. Видите? Очаровательная брошка, не маленькая, очень хороший размер, заметный, эффектный. И я уже выгуливала ее. А маркировка, посмотрите, какое состояние, замечательное. Маркировка там, чтобы не наврать, Эрнест Стайнер. Вот. Только что я могу сказать об этом авторе, об этом дизайнере, что он работал в 40-е годы. Это все, что я нашла. Больше ничего. Ну, может быть, я плохо искала. Ну, в общем, действительно, я не очень долго искала. Что-то нашла и успокоилась. Вот, в 40-е годы. То есть, и да, и мне тоже видится, что примерно так. Я бы подумала, начало 50-х, но раз 40-е, значит, так оно и есть. Очаровательная брошка всем дорогим женщинам. Вот такой вот приветик от меня. Так, теперь в нашем антикварном магазине я нашла и приобрела вот эту брошку. Цветочек. У меня рядом цыплята, да, в этой комнате. Они сегодня утром приехали. Еще пару дней назад они были яйцами, а теперь вот уже цыплятки пищат. Да, я думаю, они не помешают нам с вами. Даже оживят. Так, а вот посмотрите. Эта брошка тоже была. Да, вот эти все были куплены в прошлом году. Я уже была не готова делать видео. Уже не то состояние было. Ой, вот. Еще одна брошь, купленная в прошлом году. Очаровательный цветок. Очистила его от клея. Его кристаллы. Но эмаль на стебельке была потеряна еще до того, как она попала ко мне в руки. То есть все в порядке. Теперь, кроме утраты эмали, я их не буду восстанавливать, оставлю как есть. Так, вот если вспомнить про Little Nemo, нет, не годится, не подходит, потому что крепление иглы не такое. Но хомутик вполне даже. Брошь тяжелая, не маленькая. Видите, какая? Сантиметров 10. Угу. Так. Теперь посмотрите, какую брошку от компании... Ой, компании... Было ли это компанией? Лестер Джой маркировал свои брошки. Вот, покажу вам маркировочку. Джой. Не вверх ногами, нет? Нет, все правильно. Вот, очаровательная огромная брошь. И характерные для него дизайны, похожие на детский рисунок. Очень люблю его украшение. Да, булавочка. И на свете.com пишут, что эта маркировка была... Маркировались брошки только до
начала 60-х годов, кажется, 1964 год. Вот до этого времени маркировались Joy. А потом, я так понимаю, что он, ну, как начал в другой компании начал работать и перестал. Не маркировал больше свои украшения. Так, вот еще одна брошка. Это пластик. Очень-очень легкий пластик. Просто невесомый. Простая игла. Но она там цепляется хорошо. Он пружинит. Тюльпаны и анемон, по-моему. Очень весенний букет. У меня в саду тюльпаны еще не цветут, но хотя они уже растут, хорошо выросли. И цветут у меня уже вторая волна, то есть поздние крокусы. И начали цвести нарциссы. Вот эти растения есть уже. Так, пусть здесь будет. Так, еще очаровательная гречавка. Я очень давно хотела эту брошку. Но как-то все откладывала или забывала о ней. А тут вот подвернулась вовремя. Очень недорогая. Ну, очень. Около 8 долларов что-то. Это пластик. И, насколько я помню, делались эти брошки в Англии. United Kingdom. Их родина. Я имею в виду вот эти гречавки. Брошки. Брошечки. Пищит как звонко. Так, еще я вам покажу вот такую брошку. Сегодня я постараюсь только цветы, потому что 8 марта все-таки у женщин должен быть праздник. Итак, вот такие три цветка. Что за цветы, я не знаю. Тоже чистила от клея. Но клей попал на эмаль, и этот клей я уже трогать не стала. Так, маркировки я не помню, по-моему, не было. Очень похожее крепление иглы, как вот у этой броши. Возможно, они родные сестры. И хомутик очень похож. Симпатичная брошка, но тяжелая, хоть она и меньше вот этой. Они весят так, я бы сказала, ну, примерно одинаково. Да, как мне кажется. Так, еще очаровательный букетик. Вот такая спрей-брошка эмалированная встретилась. Думаю, это где-нибудь 60-е годы. И, по-моему, да, куплена она давно. Я смотрела в интернете, она... Так, давайте покажу. Ага. Маркировка о том, что она патентована, и номер патента. Я проверила в интернете, что это за номер. И очень похожие броши. То есть разные цветы, но они примерно одного размера и в одной технике. То есть они все эмалированные. И чем-то все равно похожи. Родные сестры, в общем. Вот такая брошечка. Кристаллы, закрепленные цапами, и жемчужины украшают брошку. Эмаль в порядке, но с 60-х годов вот до нас дошла. В полном порядке. Никаких утрат. Очень хорошо. Так. Есть еще? Да, вот еще. Вот такая спрей-брошка. Эту брошь я надевала на Рождество. То есть она тоже куплена в прошлом году. Маркировки на ней нет. Ну и что? Очень даже крупная брошь вот такая. Вот. Симпатичный дизайн. Легкий бант. Очень-очень легко смотрится и замечательно. Ну, каждая брошка, и вот это вот смотрится тяжело, но и в ней своя прелесть. Ну, начнем с того, что это, во-первых, возраст. Здесь тоже возраст приличный, но это, конечно, вот примерно, наверное, вот это, я думаю, 40-е годы.
Так же, как и эта брошь 40-е. Так, про это я сказала, 60-е, да? Вот эта брошка, наверное, 50-х годов. Ну, либо 40-х. Наверняка. Так. Ну, все по возрасту, да? Это вот тоже конец... Ой, начало 60-х. И вот эта брошь, я думаю, тоже 60-е годы. Ой, не могу. Смешно. Это история из Денискиных рассказов. Помните, там мальчишки смеялись над девочкой, которая не могла выговорить шишка. Вот я могу. Зато я не могу выговорить сыска. И не сыска, а хыхка. И не хыхка, а фывка. В общем, выяснилось в конце, что все трое не могут это произнести, слово шишка. Но вот я могу. Поэтому, наверное, обнаглела для того, чтобы сделать видео. Итак, что я хотела сказать про эту брошь? Отвлеклась и все. Да, маркировки нет, покажу вам. Нет маркировочки. Но она очень легкая, очень славная. Мне она очень нравится. Так, сюда ее примостим. Так, есть у меня еще что-то красивое? Да. Да, у меня есть. Купилась. Это уже не цветок, это уже яблочко. Я нашла и с удовольствием приобрела вот это яблочко, украшено маркозитами и эмалью. Может, кто уже догадался, что это компания Judith Jack. Эта компания начала работать в 1976 году. Так, выговорила. А закрылась она, вернее так, продали они свой бизнес большой какой-то корпорации, скорее всего, где-то в Китае. Не помню ее имя, там сплошная аббревиатура, не запомню такое. Вот, и они продали это в 1991, по-моему. Да, в 76-м начали, в 91-м закончили. Вот так. Но очень симпатичные у нее брошки. Я, наверное, соберу однажды и сделаю тематическое видео. У меня даже, ну, минут на 15, наверное, хватит. Коллекция небольшая собралась. Ну вот. И теперь, я думаю, что можно остановиться. Не буду делать длинные видео. Разговаривать трудно. Всем всего самого доброго. Берегите наше самое главное. Всем пока-пока.